Такой как накинешь, а я такой вау, вау. В области я понял. Это не рядом, это подо мной, да, прям? А ты что-то, блядь, я с этими звуками? Ой, как хорошо, прям, прям в череп ему вдолбил. Я просто высунулся для того, чтобы ему просто вот троечку в череп отправить. Ровно 3 патрона ему туда отправил. Теперь кто-то другой чувствует вкус. Ну я в глобальном смысле, это понятно, что я, ну, чаще всего перестреливаю, с кем стреляюсь, но глобально конь Криса потом мне в спину ра-та-та-та-та делает, и все. И все. И ты этот сидишь, обтекаешь. Как гусь после купания. Ребята, если кому-то надо в ебучку засунуть, блин, просто вот пикайте. Просто пикните, я все сделаю сам. Даже, блядь, уговаривать не надо. Просто пика-пика, сделай и все. Давай челлендж с гранатометом. Да какой челлендж, дядь? Ты шо? Ты посмотри, что происходит. Мне тут дышать не дают, дышать не дают. Касочку бы только. Ой, Михаил, слушай, не поможет. Касочка не поможет. Я не знаю, что произошло, но вот последние 2 дня максимально странных энеми я встречаю. То есть, ну, прям супер максимальных. Ой, супер странных, а не максимальных. Они прям, ну, вот прям сидят, знаешь. То есть, ну, они всегда сидели, разумеется. Они всегда садятся где-то, подшкеривают. Но как-то вот особо болезненно это в последние 2 дня. Как-то вот особо болезненно, они прям, я не знаю, у них там в клубе походу какой-то всплеск активности, активность седунов, понимаешь? То есть как бы это не звучало странно, да, блядь, ты гонишь что ли, чел? Давай, давай, еще реснись, блядь. Бля, мне придется его второй раз убивать. Ебать, я как будто с боссом, сука, в Elden Ring воюю. Мне второй раз надо его ебнуть. Что, блядь? А что? Почему тело, блядь, вывалилось? Что произошло? Что за хуйня? Я ничего не понял. Я не понял, помогите, блядь. Блядь, что это за пьянь только что по лестнице скатилась?
Я так понимаю, что это предыдущий жилец. Просто вывалился, блядь. Из двери просто вывалился. Ты когда ты идешь, тебя кореш бухой. Вы идете с хаты, и он первый из двери выходит. И нахуй полетел. Блядь. Что такое, бля? Знаешь, я уже смеюсь не потому, что мне смешно, а я начинаю ржать с того, что мне настолько не смешно. Ну, типа, что катка не заходит. Вот, и меня уже, знаешь, такое полуистеричное, такое хо-хо-хо. Это босс в тебя тело первой фазы бросил? Дон, ой, Дон. My Drag. Извиняюсь, 5 минут назад был Дон. Да, спасибо большое. Сейчас не читает, сука. Прочти, пожалуйста. Прочти. Человек потратил денежку, он поддержал... Чатик, всем привет. Макич тебе катку на YouTube. Подскажи, плиз, Spotify прикрыли. Как ты его теперь запускаешь или какую прогу используешь? СПБ. Никак. Я же ебло максимальное. Я в ВК запускаю музыку. Ты, блядь, ты слышишь ее? Одна и та же каждый раз. Да я, у меня руки не доходят ни музыку настроить, ничего не доходит настроить. Мэн. Ну, вообще это грустно, потому что я там, ну, если иду куда-то, я, ну... В уши втыкаю эти наушники и слушаю спотик. А тут, да, конечно, грустно. Купи рюкзак второй. Ну и что ты мне предлагаешь? Спокойненько рюкзак снять, дядь. Камон. Ну, третий рюкзак, как бы. Ауф, точно то пошло. В квартире ходишь? Ебать, это один из лучших вопросов. Я левитирую. Нет, я вот так вот сижу на этом и вот, ну как, на своем кресле передвигаюсь. За стену вот так цепляюсь и погнал. При этом представляю, что я Человек-паук. Просто на кресле катаюсь. Как тебе ган? Ган секси. Ну он просто прикольный, знаешь, ну тебе все приелось, тут что-то новое, прикольно. Мне нравится. Прикольно что-то новое, вот. Вот я сейчас сяду на мотик, я поеду, и меня разъебут, чат. Я уже ментально к этому готов. Но, нет, но я буду сопротивляться, то есть, чтобы вы понимали, я буду сопротивляться. Это я не смирился с этим. Я не смирился, я просто готов к этому, но я не смирился. Я маление, будешь тратить меня до охуения. Макич, надо чуть покрысить. Не могу. Понимаешь, я не могу. Понимаешь, я в игре берсерк. Все, блядь, вот моя роль, берсерк. Я в World of Warcraft был варом. Потому что, блядь, мне надо найти самую горячую жопу. И ебашиться в ней. Все, это мой игровой статус. Я не могу сидеть крысить. Не, ну могу, конечно, если там мы ранкет играем и прочее. Но там другая игра, там я понимаю, что другая. А так?
Да, да. Мака настоящий рыцарь. Не, вообще ни разу не рыцарь. Не-не-не. Рыцарь это что-то там про честь, про вот это все. А у меня геймплей как у Гатса из Берсерка. Мне просто попиздиться с кем-то. Давай, сука. Давай! Фига, прикиньте, шкурки даже не попортил. Блять, ты где, хорек? Ладно, ладно. Блять, он еще, ну, сука. Ладно, ладно. Дим, сейчас какими наушники пользуешься? Это Logitech 935. Logitech 935. Давай хлопаться, ты. Свяжи меня. Дай мне свежесть, весь баллончик потрать на меня. Блять. Блять, что-то меня мазать начало, чат. Ну давай, блять. Давай сделаем это. Сука. Мы сейчас будем с ним полчаса ебаться здесь. Кто, блядь? Алло, мальчик? Тут мужчины общаются, не мешай. Оба! Кровь почувствовал, сука, сюда иди. Тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Ау, ау, ау. Ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгегей. Так, подайте мне еще кого-то. Подайте мне еще кого-то. Еще кого-нибудь мне подайте. Блять, заводи трактор, сука! Будем как поросенок Петр.
Опа. Монсеньор, блядь. Ух, он меня мог задавить, чат. Ебанутый не по дороге ехал. Выходи, выходи, сука. О, да ты с пулемета, блядь. Хорош, 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 хорош. Думаешь, он тебе поможет? Думаешь, он тебе поможет, блядь? Сейчас я тебя сожру. Я буду тебя жрать. Блядь, понял. А ты будешь меня, да, жрать, сука? Блядь, она не едет! Да ты, да иди нахуй! Не-не, подожди, стоп, я не могу так умереть. Ну нахуй, я не могу так умереть, блядь. Слишком, блядь, без фанфар я не готов, блядь. Я так постоянно умираю, может, а он, видите ли, не может. Не могу я так. Я так не могу. Ну я так не могу. Я не могу так. Я не такая. Я жду трамвая. Хотелось бы со стримером поиграть. А вот тут у кого что? Мне напишут, блядь, хотелось бы с тобой побухать. Не, я когда пью, я не становлюсь шебутным, я наоборот, типа... Ну, я могу чуть-чуть так, совсем чуть-чуть для виду, но я в основном спокойный абсолютно. Катка на YouTube. Хорошо бы, брат, хорошо бы. Тут видишь как. Никогда не знаешь, что и где тебя обидит. Нифига тут нормальный такой, заряженный вообще плотный челик. Даже можно еще что-то с него взять. Вот дерьмо чуть выложить, вот этого дерьма взять и вот этого. Давай, давай, давай. Блядь, только не в голову, сука. Что-то немножечко не так поехал. Я хотел. Так, а там АУ, кстати. Говорят, надо горшок разбить. Да? Ок. Буду иметь в виду. Все, вы довольны? Кто? Блять, вы довольны? Я разбил. Ну шо? Понятно. Ну я в самое безопасное место нашел, если что, на карте чат, блядь, хожу. Так, чтобы меня никто не увидел.
Мне туда не хочется идти. А еще знаете, что мне писать хочется? Да. А надо тащить. Да как ты смеешь, ты, блядь? Где этот, блядь, стрелок? Эй, стрелок! Ух ты, еба. Так, Макатава, тебе бы знаешь что? Тебе бы броню обновить, конечно, не помешало бы. Но где-то там стрелок. Вижу его, сука. Гаденыш, блядь. Думаю, я тебя не трахну. А там у чувака авик, по-моему, был. Чат, по-моему, там у чувака авик был, я не уверен. Но если там авик, то у меня большие проблемы, потому что, ну, как бы вот это ебучело, как спелый арбуз разлетается, если по нему футболист с ноги въебет. Вот то же самое происходит, когда с АВМа третью каску попадания регается. Ебучка лопается просто на раз-два. Да-да, ты сюда приехал вообще, слышь? Что ты тут ловишь? Глушак там был, а мне не нужен глушак. Мой геймплей не подразумевает игру с глушителем. Это я сюда не хочу идти как-то. Не знаю, сидел ли тут в канаве, но... Опа. Зая, ты скучаешь? Давай я тебя развеселю. Без шлема еще, блядь. А, нет, в том шлемаке. Боже, какой лох!
Какой же ты лох, блядь! Иди нахуй, фу, блядь. Чучело-мяучело. Блядь, такую фришку не забрать. О, иди нахуй просто, блядь. Мне мерзко нахуй за тебя жить. Дайте другое тело, блядь. А не вот это вот ебло, которое я только что зафакапило. Ладно, оставайся, реабилитировался. Ну-ка, лови-ка, блядь, вот это. Еще знаешь, что, блядь? Их, блядь, куда ты вылез, сука? Засунься там нахуй! А, блядь, они втроем на меня по мне скидываются, прикинь? Уёбки, втроем! Ну вы охуевшие, блядь. Ну я вас сейчас всех размотаю. Я вас сейчас всех размотаю, суки. Мне похер, сколько вас трое, блядь. Откуда, блядь, по мне лупишь ты? Ай, блядь. Патроны кончились, чат. Ууу, патроны кончились! Ты не смеешь, сука, ты не смеешь, блядь. Это мой топ. Попробуй только меня убей, блядь. Я тебя загрызу. Я тебя, сука, загрызу, блядь. Только попробуй. Сдавайся, нахуй. Сдавайся, блядь. Сдавайся, ты это дерьмо, блядь, не вывезешь. Блять, он ползает там, урод. А-а-а, сука. Вот этот сладкий вкус, блять. Когда писюны не у тебя, блять, оказались, а, в этот раз. Уф. Катка с новой пухой. Чат, катка с Галилом. Каточка с Галилом. Сюда! Это для вот, для братвы на ютубчик сейчас сделали красиво. Уф, вот это хорошая была. О, хорошо, вот ради чего. Вот ради чего, блять. Вот ради чего оно все делается. Все, теперь можно в бар. Теперь можно в бар накидаться, типа. У-у-у. Знали бы вы, господа с Ютуба, сколько страданий пришлось сегодня пережить. Хотя нет, сегодня немного, кстати, 4 часа играю, 2 топа, вот это второй, самый годный. Да, а вот вчера я 7 часов играл, 7 часов, и единственное, что я получил, это вот это, и все, и все. Шау, пау. Ой. Для любителей смотреть дэмэдж. Для любителей посмотреть на damage.